На прошлой неделе мы танцевали народный украинский танец «Гопак». Это было очень наивно, но при этом очень старательно. Но меня все равно не покидает ощущение, что это очень смешной танец сегодня у них был. Нам не страшно меняться, мы, наоборот, готовы и стремимся к этому, чтобы дать себе какие-то новые горизонты и идти дальше. На этой неделе мы будем удивлять венским вальсом. Экспериментальным венским вальсом. От каждой пары зависит качество номера. Мы работаем, естественно, отдельно. Так получилось, что я танцую в паре со своим молодым человеком. И даже не знаю, помогает нам это или мешает. Чем ты ее пихаешь? Ты можешь просто дать, подать? Для нас это новое. Мы в паре так никогда не работали. Да, это вообще капитально тяжело. Я просто готова застрелиться. Это ужасно. Я была в гневе на этих репетициях. Еще раз давай, успокойся, спокойненько. Не торопись, медленно. Еще раз мне так сказать. Давай, аккуратненько, поехали. Стоять, блин. Давай, аккуратно. Не надо мне тут командовать. Еще раз. Хорошо. Я реагирую очень спокойно. Я сглаживаю конфликт. Поэтому все нормально, мы двигаемся дальше. Мой кавалер. 19 век. Мы приняли правила игры данного проекта. Такого эволюционирующего вальса вы еще не видели.